Что говоришь? А зачем мне зачем мне разбираться с твоей пятки? Но ты мне говоришь идти ложить вот генерала пешего. Скажите. Огласите вашу позицию. Вот, вот, огласите вашу позицию. Вы же сохраните. Мне просто так попиарят. Да, я говорю, просто так попиарят. Естественно, естественно. Ну такие вот всякие запиарят. Просто попиарят. Да давайте вот так вот все и пойдем. Да, я за Россию. Протестисты, я тоже вот этих пьяных провокаций. С вашей стороны. А какой провокация? Провокация, это мой памятник. Ну, хорошо, я говорю, сейчас туда иди. Я маленький был, ходил к этому памятнику. Это история. Да я ничего не хочу слышать, это история. Против взноса. Я не ору. Мировой. И люди, все латвийцы скидывались на этот памятник. А потом они будут. А я работала в детском саду, где у меня ходили дети и их родители. Вот этот памятник базовый мост строили. Да пошел ты! Сколько тебе заплатили? На будку хватит? Да, я вот сюда. В детстве ходил, вот я жил. Вот я всю жизнь сюда тоже ходил. Я старался. Рот закрой, все, с тобой все. Может быть, тебе этих пьяных отсюда, а? Все, все. С украинским чтобы не было провокаций, папа. Все, с тобой все близко. Хорошо, со мной говорите. Ребят, вы не буяли. Все хорошо, да, все. Все, никакого конфликта. Пришли эти дали, это начинается. Это ты, говно. Да. Да ну! Чувак, ты зеленую бандану сними, чеченцу. Я говно советское. Вот. Отсюда. А ты говно. Ты меня не слышал, я пять раз сказал, что я против сноса. Черт. Дура мне пьяная. Все-таки выражу. Вот нам напил. Молодец. Приятно. Приятно. Напьются, блин, потом ходят, а? Вот, на месте. Меня потом дует. Снимай дальше, снимай для своего YouTube канала. Сильно будет потом. Да почему против сноса ты слышишь, что я сейчас? Объединяемся, объединяемся, дружище. Ты опять раз сказал, что говорит, сейчас люди, объединяемся. Да, он же провокатор. Объединяемся. Ну что ты не слышишь, он провокатор. Он типа за нас, а он типа не за нас. Да иди нахер отсюда. Тебя заплатили, нехер провоцировать всех. Надо объединяться просто, ребята, надо объединяться. Против фашизма, да, в фашизме не пройдет. Добьем а что ты сделал, блядь? А что ты сделал, блядь? Что ты сделал, блядь? Егор, что? Чертила, блядь, что ты сделал, Мужики, остановитесь, но так же нельзя, но он же один. Серьезно, успокойтесь. Рахуйся вышли! Прежде я каждый мой из этих считай, что это, гусарий. Кто это ты сказал, Скайда? Спокойнее! Ты сопротивляешь, чёрт! Эсмужу вижу, ты исклыш, кто ты сказал, Скайда? Хитнулся, что он сырнел их умеет. Что ты мне машешь рукой, блядь? Да, я. Помоги себе, блядь. Подлюки ебаные, блядь. А, бомжи? Спокойнее, я сам встану, блядь. За Россию! За Россию! Гоняю. Позор. Нет, это мы. Фашист, я пойду! Фашист, я пойду! Фашист, я пойду!
будет вам потому что здесь столько людей вообще нормальных. Вот это вяжут моего сына. Вот не за хрен собачий, посмотри, что за кота. Ребята, вот вы уроды. Я это тихо. Я понимаю, что... Давай, давай, давай.